Мы переходим к пестрой палитре. Вы помните, когда заканчивается лето, многие женщины начинают грустить. Но бархатный сезон не только продолжает жаркое лето, но и продолжает знакомить нас с яркими красками лета. Встречайте, новинка впервые на телеканале «Шоп-н-шоу» «Легкая куртка Невада». Да. Это нечто, это эксклюзив, это неповторимый дизайн, который вы не встретите нигде. Не ищите на рынке, не ищите в каких-то магазинах, только ноги собьете в поисках. Легкая куртка Невада. Сейчас мы попросим нашего специалиста по стилю Светлану Воронцову подсказать, как можно носить такие смелые расцветки. Все-таки не каждая модница решится. Внимание на экран. Ну, пользуясь случаем, вы уж меня простите, я все, что вижу красивое, всегда примеряю на себя. Во-первых, хочу поделиться с вами ощущениями комфорта. Очень часто, выбирая куртки или ветровки, женщины чувствуют себя некомфортно. Где-то что-то жмет. Однозначно, эту куртку с вечерним платьем я не порекомендую вам носить. Но если это будет юбочка-карандаш, отличное решение. Смотрите, как смотрится здорово. Давайте посмотрим сейчас на цвета. Их здесь 4. Я выбрала, Наденька, самый модный красный цвет. Красный цвет, ну смотрите, красный, он очень активно украшен яркими акцентами. Это и желтый, и синий. Ладно, давайте по основным цветам пройдемся. Вот видишь, как глаза разбегаются? Да, просто разбегаются в стороны. Итак, Света выбрала красный цвет. У нас есть еще вот такой красивый цвет индиго, да, синий. Индиго, васильковый. Мне очень нравится то, что каждая наша легкая куртка Невада имеет цветочные украшения. Идем дальше. Дальше наш любимый бирюзовый цвет. Это многие женщины подтвердят. Наши любимые женщины обожают этот цвет и считают его фаворитом. Бирюзовая расцветка. А я вам сразу показываю несколько модификаций, как мы можем носить с вами эту легкую куртку. Ну и любимый цвет Ольги Мокшиной. И мой тоже. И Наденькин тоже горчица. Да, ты знаешь, она универсальная, она добавляет солнышко в пасмурный день, если вы выйдете на улицу, когда будет дождик. Кстати, а если мы выйдем на улицу, когда будет дождик? Ну, я хочу сказать, что у нашего хлопка есть легкая пропитка, водоотталкивающая. Я, конечно, не рекомендую, все-таки это не плащ-дождевик, но если вдруг вы попадете под моросящий дождик, вы останетесь сухой, потому что 100% хлопок, мягкий материал, имеет такое покрытие, поэтому хлопок смотрит более плотным. Видите? Да, он смотрится как плащевка. На самом деле это натурально дышащий хлопок, поэтому эта куртка называется легкая, и вы можете носить ее этим летом. Я права? Ты права. Mm-hmm. А сейчас я хочу обратить внимание, что мои рукава, давайте попросим нашего режиссера. Итак, давайте посмотрим сейчас на то, что рукава в моем случае имеют длину 3/4. Это делается очень просто. Длинный рукав мы можем закатать несколько раз. Посмотри, Надя, внутри имеются функциональные паты, которые в данном случае помогают фиксировать. Вот она, пуговка. И мы можем закрепить длину рукава. Я вообще обожаю такие вещи, вещи-трансформеры. Итак, мы застегиваем на нашу пуговицу. Вот так, все очень качественно. Итак, декоративные, функциональные, вернее, паты. И вот у вас другая уже куртка. Я бы даже сказала, что это летний жакет. Да, кстати, летний жакет. У вас есть яркий жакет? Вы подумали, что вы будете носить со своей юбкой-карандаш, допустим, темного цвета, чтобы ее как-то разнообразить, разукрасить? Нет? Ну что ж, я могу вам порекомендовать летнюю куртку Невада. Надя, я хочу напомнить готовые ансамбли. Давайте посмотрим на нашу Татьяну и поможем выбрать размер. Таня носит 48 размер. Таня выбрала, кстати, свой размер, 48. Но я бы даже посоветовала выбрать ей на размерчик побольше. Если Татьяна желает носить такие вещи с водолазками или с легкими джемперами, лучше, когда верхняя часть вашего гардероба идеально чуть-чуть посвободнее сидит на вашей фигуре. А если как жакет носить, тогда мы берем размер. Давайте посмотрим на низ изделия, который позволяет также изменять фасон нашей легкой куртки Невада. Это классические кулиски, которые спрятаны у нас внутри. Вы можете при помощи этого превратить вашу куртку-жакет в ветровку. Все очень просто. Носите ее и в укороченном варианте. Эту куртку сегодня выбирают целыми семьями. Мамы, дочери и даже наши прекрасные бабушки. Надюшенька, еще хочу несколько слов сказать про качество. Очень важно, насколько усилены бортовые зоны нашей флизелиновой клеевой тканью, которая помогает держать бортовую зону застежки, и при этом не сбориться куртка, когда мы ее застегиваем, и нет таких волн.
Да, мы видим, что все продумано. Все-таки это куртка, а не блуза. Она усилена, и это понятно. И по понятным причинам, конечно же, это эксклюзивная модель. Светлана выбрала красный цвет. У нас есть бирюзовый, у нас есть васильковый и горчичный, как на Татьяне. На ваших экранах Татьяна выбирает брючный ансамбль, туфли из синей замши. Оставайтесь с нами, то ли еще будет.